Что это было? Поцелуй Данфо достаточно? Нет, конечно. Значит, ты чувствуешь облегчение? Думаешь, я совсем дурочка? Как ни верти, пока люди живы, они связаны друг с другом. Все-таки они тебя вырастили. Я думаю, твой дядя, не считая того, что он подкаблучник, довольно милый. Мне кажется, ты для него действительно член семьи. В детстве, когда тетя покупала фрукты, самое спелое и вкусное отдавала сестре, а пропавшее мне. Однажды я пришла в школу и увидела у себя в сумке огромное красное яблоко. Это дядя тайно положил его. Знаешь что? Никогда раньше дядя не просил меня так. Я лишь надеюсь, что они больше никогда не ранят тебя. Я никогда не хотел, чтобы ты рвала связи. Тем более, что кровные узы не так-то просто разорвать. А как же тогда твой отец? Фанжию, ты говорил, что как твоя девушка, я могу воспользоваться своим преимуществом. Это предложение еще в силе? Это зависит от того, как ты меня подкупишь. Тогда закрой глаза. Что это было? Поцелуй Данфо достаточно? Нет, конечно. Ты хорошо все обдумала? Я хочу помочь им еще раз, ради дяди. Гораздо важнее, что у меня теперь достаточно веры в себя. Я уже говорила, что бы они ни делали, они не смогут мне навредить. Ладно. Завтра я поговорю с Хайюйвэнь. За найм работников отвечает администрация, она должна согласиться. Понятно. Здорово, когда твой парень, босс. А ты как думала? Ребята, прервитесь на минутку. Представляю вам нового младшего ассистента нашей компании. Она возьмет на себя все ваши небольшие дела. Здравствуйте, меня зовут Юйцин. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Отлично. Мне нужно распечатать документы. 5 копий, спасибо. Ты появилась как раз вовремя. У меня тут файлы для зала совещания. Отнеси их. Спасибо. Здесь бухгалтерские отчеты за месяц. Отнеси их в финансовый отдел. Спасибо. Ижин, ты пришла? Это мой первый день на работе. Может, пообедаем вместе? У меня много работы. Поешь сама. Благодарю.